Здравствуйте, мои дорогие! Это небольшое видео посвящено поделкам моего мужа. Как-то я показывала вращающийся поднос, купленный в магазине IKEA. Муж сделал два аналогичных подноса разного размера. Один побольше, второй поменьше. Оба подноса состоят из основания, и верхнего поворотного столика. Между ними находится подшипник, при помощи которого и осуществляется вращение. Два этих подноса отличаются между собой не только размером, но и конструкцией крепления подшипника. Первая конструкция более сложная, и для ее изготовления нужно сварочное оборудование. Показываю поближе конструкцию. Шпилька приваривается к основанию крепления подшипника, а затем все это закрепляется саморезами к поворотному столику. Приступаем к сборке первого подноса. Поднос можно изготовить и собрать в домашних условиях. Шпилька просто заворачивается в поворотный столик. Еще не все. Из зеркального пластика были сделаны покрытия на эти подносы.